Нынешний год для кабшигайцев стал синонимом переломных событий, а майские праздники – двойным торжеством. Отныне город Кабшигай официально переименован в честь известного государственного и партийного деятеля Дінмухамеда Конаева. А его территориальный статус вырос до уровня центра Алматинской области. Как жители теперь уже Конаева встретили эту инициативу, узнаем из материалов сюжета. Одним из граждан, кто когда-то ратовал за переименование города Кабшигай в Конаев, известный писатель-журналист Зарыкан Есельбаев. В текущем году глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал не только смену наименования населенного пункта, но и повышение его статуса до областного центра. В развитие нашего города Дінмухамед Конаев внес огромный вклад. Для нас – огромная честь, что нашему городу дали его имя. Я считаю решение президента правильным, ведь оно даст новый толчок развитию теперь уже городу Конаеву. Кардинальные перемены и стар, и млад восприняли с особыми чувствами. Ведь для их любимого города носить имя Дінмухамеда Конаева не только честь, но и большая ответственность. Мы безмерно рады, что наш любимый город теперь носит имя Дінмухамеда Ахметовича. От всей души я поздравляю всех горожан с этим значимым для нас событием. С переименованием города и обретением статуса областного центра для нашей молодежи открываются новые возможности. Мы очень рады этому. А тем временем в городе уже начаты работы по смене наименования населенного пункта на въезде и еще 18 точках. Наряду с этим в скором времени обновятся и официальные вывески всех государственных учреждений. В городе у нас имеются 6 мест с прежним наименованием. В настоящее время ведутся работы по их замене. Также будут обновлены и 28 табличек, так называемых аншлагов, на лицевой стороне зданий госучреждений. Добрые перемены откроют не только новую страницу в истории теперь уже города Конаев, но и тысячи возможностей оправдать новое имя и высокий статус. Гульмира Тимиргалиева, Кулмажан Касымжанулы, Аманжол Жункешев, телекомпания ЖТСУ.